Я вся в белом, на белом фоне, а это значит... Привет, хорошая! Всем привет, меня зовут Лера Зверева, спасибо большое, что перешли на это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравится. И сегодня мы будем делать то, что блогеры очень часто не делают. Сегодня будем краситься адвент-календарем. Вот по этой ссылочке, в этом прекрасном углу вы можете ознакомиться с распаковкой адвент-календаря от Revolution. Я обещала в комментариях, мне самой даже на самом деле интересно, что там на самом деле за косметика, какого качества, есть ли смысл действительно покупать эти адвент-календари, кроме как, ну, просто такой эмоциональный, да, то есть имеет ли это под собой какую-то качественную причину. Стоит также признаться в том, что часть продуктов я отдала в хорошие руки. Там был карандаш для бровей, насколько я помню, палетка теней маленькая и что-то еще, и какие-то средства для губ, и что-то еще. Ну, не суть, в общем, что я там отдала. Полный список продуктов, опять-таки, в этом видео, если вы хотите прям посмотреть целиком начинку этого календаря. Ладно, поехали. Вы могли заметить, что я уже нанесла тон на себя, выгляжу достаточно приятно, это очень плотный тон от Milani, Conceal and Perfect называется, и нанесла я его спонжиком, который был в комплекте. Сразу говорю, этот спонжик именно по текстуре, да, по вот этой вот пористой своей натуре, он нормальный, но он дико маленький, то есть это, наверное, все-таки хороший спонжик для зоны консилера, например, но никак не для всего лица, потому что это было очень долго, и я не прогадала, что решила не снимать на камеру весь этот процесс, потому что видео бы длилось бесконечно. Он еще такой влажненький. Буду наносить им сегодня консилер, поэтому взяла с собой. У нас с вами два варианта теней, палетки и вот такие кремовые тени. Но и любезно также предоставили нам вот такую базу под тени. Я хочу нанести базу, потом кремовую тень и зафиксировать это все вот такой палеткой. Очень даже приятной гамме. Кстати, хочу сказать, что возможно у нас получится такой приятный романтичный вариант. И возможно даже я подпишу видео как-то типа макияж на свидание. Ну типа 14 февраля и все такое. Также напомню для тех, кто уже смотрел видео, и расскажу для тех, кто его не видел. Revolution положили сюда зеркальце. Отлично, нам подходит, берем. Но почему-то при распаковках, я смотрела много видео, обычно вот эти вот зеркальцы, зеркала вызывают очень негативную реакцию. Я пока что не против, я не собираю эти календари тоннами, поэтому мне норм. Базы тут очень много, то есть это прям такой тюбик, я даже не знаю. О, скатался тон. Тюбик такой, что сравнить его, не знаю, наверное, с тюбиком от туши можно. Я не думаю, что здесь будет какой-то кроющий состав цветовой, потому что как они могли угадать с оттенком, мы же все разные. Вот у меня тушь, и вот чуть-чуть пониже тюбик от этой базы. Офигеть. Так, ну, чуть-чуть подфиксировалась она уже, но чувствую, что липкая. Это хорошо, потому что бывают такие базы, которые сразу высыхают. На таких базах классно делать матовые тушевки. Я все-таки хочу... Мне бы хотелось, чтобы любая из моих баз под тени имела в себе свойство продукт сухой, да, какой-то, например, закреплять, чтобы тени цеплялись за эту базу. У меня вот такой красивый бронзовый оттеночек кремовых теней есть, и вот такой достаточно спорный с серебристыми. Серебристый называется Mercury, а бронзовый Gold Dance. Точно такой же тюбик, как и у базы под тени. Я не знаю пигментацию, я не знаю, как ведут себя эти тени, поэтому я начну с маленькой горошинки. Воспользуюсь кисточкой такой кривоватой из набора тоже этого. И попробую разнести красивенько тени. Красивый теплый оттеночек, перелив такой, когда свет падает. Можно, я думаю, даже соло носить, естественно. Однозначно сказать, будут они сейчас держаться или нет, я не смогу. Но чисто визуально мне очень нравится. И комплементарно выглядит с моими глазками зелеными. Оп, оп, оп.
оп. Я обычно не такими кисточками наношу кремовые тени, а более пушистыми, чтобы вот как раз вот эту границу подтушевать. Вот такими кистюлями я обычно наношу кремовые тени. Да, более-менее растушевалась даже. И уже зафиксировались. Очень сильно напоминают Metal Hype и Color Drops от Bior Design. Metal Hype — это люкс-визаж, если что. На втором глазу я не буду церемониться и сразу своим любимым способом нанесу. Так, что-то у меня какая-то тут случилась ситуация. Как будто бы кусочек теней приклеился и не хочет тушеваться. Что это такое вообще? Не нравится мне это. Нет, как-то на этом глазу не тушуется. Что случилось? И интересно, что когда вот я растушевываю, оттягивается именно базовый цвет. Я не вижу прям таких ужасных блесток жестких, которые, ну, как правило, и не должны быть в складке. Обычно здесь матовый оттенок. Красивый. Можно и так идти уже, в принципе, я считаю. А если еще взять вот этот серебристый оттенок и поставить им какой-нибудь блик, атас получится. Беру кисточку Morphe растушевочную, обычную такую стандартную, которая есть у всех брендов. Ну, это, короче, MAC 217 аналог. И буду делать какую-то теплую тушевочку. Очевидно, точнее, не очевидно, и сразу в глаза мне бросается вот этот оттенок. В нем как будто бы такие очень-очень маленькие и редкие блестки. Но, возможно, это просто слой, который образовался из-за того, что другие оттеночки посыпались соседние. Вообще, конечно, тени Revolution — это такой морской бой. Никогда не знаешь, что там тебе положат. Обычно в этих палетках как-то 50 на 50 качество. Половина оттенков будет классные, половина будет ужасные. Друг с другом они тоже не обязаны, как правило, сочетаться. И именно по текстуре, там, допустим, делаешь классную вот эту первичную растушевку, пытаешься сделать углубление и просто делаешь пятна. Вот это я, конечно, не люблю в Revolution. Не почему-то считаю, что количество — это важнее, чем качество. Ну, может быть, в каком-то юном возрасте, да. И, в принципе, когда я свои первые палетки от Revolution покупала, меня, наверное, именно вот такое вот детское желание иметь большую-большую палетку с огромными возможностями и подкупила. Кстати, пользуюсь этими палетками по сей день. Очень редко, но пользуюсь. О, кстати, обратите внимание, что я не припудривала подбровное пространство, и все равно очень прилично этот оттеночек растушевался. Не хуже своих каких-то заморских, дорогущих коллег. Нормально. Очень красиво. Опять-таки, можно уже и так идти. Но! А здесь нет светлого оттенка, только какой-то лососевый. Ну, это too much. Нет, его нельзя наносить подбровные. Возьму-ка я. Небольшая техническая заминочка произошла. Возможно, я потеряла нить. Надеюсь, нет. В общем, я все-таки хочу чуть-чуть мягче сделать растушевку. Поэтому возьму из палетки вот такой вот Pac-Man и Essence. Эта лимиточка была у Essence такая вот интересная, необычная, с довольно-таки, ну, скажем, однообразной какой-то гаммой. Но сами по себе тени здесь хорошие по качеству. Может быть, желтый не такой классный, как мне бы хотелось. В общем, беру белый сатиновый оттенок молочный и вот так вот здесь сглажу все. Ух, получилось немножко более сатиново, чем я хотела. Вот тут подрезаю. Это слишком хорошая кисть. Да, жалко, конечно, что в этой палетке нет такого оттенка подобного. Я очень люблю, когда я могу сделать полноценный макияж одной палеткой. Но и не сильно расстраиваюсь при этом, потому что даже если я где-то в отъезде, я могу спокойно эту задачу заполнить пудрой. Хорошо, пока что мне все нравится, но мы обязаны просто взять какую-то блестяшку, например, и красиво ее разместить где-нибудь в центре подвижного века. Я сейчас попробую потыкать пару оттеночков, понять, что я хочу. Вот, кстати, металлики обожаю у Revolution. Чаще всего как раз-таки металлики у них почти все классные. Вот с матовыми бывают проблемы. Я возьму вот такой
что-то такое, типа как нейтральный, не сказать, что он супер теплый или супер холодный этот оттенок. И размещу его, как я уже ранее сказала, на центр подвижного века. Ух, да, он явно теплее, краснее даже. Вот этой жидкой тени. Плотненько я его так накидала. Очень похож на металлик сухой от Essence. Все время забываю его название. Обязательно напишу на экране и размещу картиночку. В свое время это просто были бомбические тени, которые были почти в каждом бьюти-блоге мелькали. Но они, правда, были очень хорошие по качеству. Они были сухими, но при этом наносились прям как жидкий металл расплавленный. Все, мой макияж, фактически глаз готов. Ничего больше затемнять я не хочу. Я сейчас хочу нанести консилер в зону под глазами, как минимум. Да, как-то больше никуда и не хочется. Спонжик мягкий, у меня нет ощущения, что меня избивают. Бывают такие спонжики, я думаю, понимаете, о чем я. Хороший, нормальный спонж. Может быть, чуть-чуть жестче, чем Бернович, чем Фокалюр. У меня есть спонжик классный. Ну, все еще приемлемо. Я припудрила консилер и теперь хочу нанести какой-то темный матовый оттеночек на нижнюю линию роста ресниц, правильно? В общем, на нижнее веко. Назовем это так. Я возьму как раз-таки вот этот поросячий оттеночек, как такую подложку, базу, первичную растушевку. Нанесу его. Удивительно, но несмотря на всю его пастельность, шутка, пастельность, он все равно виден, да? Надеюсь, в камере его видно. Это не самый обязательный шаг, если честно. Но были ситуации, когда мой макияж глаз на нижнем веке выходил из-под контроля, и я очень сильно сожалела о том, что пропускала этот этап. И, не знаю, может, есть новички или люди, которым будет, возможно, полезен мой совет. В принципе, если стесняетесь, если только знакомитесь с тенями, начинайте вообще просто с самых-самых светлых оттенков, которые, не знаю, на полтона темнее вашей кожи. Если вы будете контролировать вот это вот наслоение этих оттенков и так далее, смешивание их между собой, вы будете более уверены в себе, и у вас будет меньше шансов напортачить. И вы сможете более аккуратно наращивать интенсивность. Ну, это мое такое мнение. Я, конечно, напомню, что я не визажист. Это то, что помогало мне. Гораздо проще даже стереть какой-то более светлый оттенок или растушевать до нельзя какой-то неудачный светлый оттенок, чем там черными тенями потом черные тени пытаться исправить. Вот, как-то так. Мысль моя такова. Значит, мы уже использовали вот этот оттенок, не хочу повторяться, возьму тоже такой с краснинкой, матовый коричневый, шоколадненький, и аккуратненько нанесу, оставляя немножко вот этого вот поросячьего оттенка, как бы углубляю. И вот тут в уголочке прям более активненько ставлю горошинку. И растушевываю чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Такую делаю галочку V-образную. А какой же галочка еще бывает, действительно? Все, излом пропал, пропала дырочка вот эта. Я просто сегодня не планирую какими-то там карандашами пользоваться, поэтому вот так. И пока что я ставлю глаза в покое. Чуть попозже, может, мы еще обозначим внутренний уголок глаза. Уголок. Но я хотела сделать это вот этим серебристым оттенком. Пока лучше посижу, подумаю об этом. И перейдем к следующему этапу. Да, пока что по леточке я ставлю твердый зачет. Те оттенки, которыми мне удалось воспользоваться, я одобряю. Следующий этап — это брови. У меня есть гель для бровей, маленький вот такой. И есть восковый карандаш. И мне, признаться, гораздо более интересно потестировать вот такой вид продукта. Что я сейчас делаю? Я, конечно же, расчешу свои брови.
пригодился мне ёршик от Ламель и Золотого Яблока. Кто пропустил, вот, пожалуйста, видео. Я там тестирую мыло от Ламель и Яблока. Тестирую абсолютно неправильно. Я потом уже делала опровержение саму на себя. Не то чтобы там извинилась, но обозначила в закрепленном комментарии, что я неправильно воспользовалась продуктом. Добрые подписчики мне напомнили, я же знала даже этот факт, что нужно по-другому делать. И у себя в бьюти-инстаграме, ссылка на который всегда есть в описании к каждому ролику, я потом его тестировала как нужно. Мне понравился этот продукт. Так, вот я себя расчесала чудесно. Карандашик у нас прозрачный, поэтому мы берем наш стандартный карандаш для бровей. А это, конечно же, карандаш от Max Factor. Мой постоянный фаворит. Мне дико нравится вот эта форма. Ну, понятное дело, ее там не Max Factor придумали. Когда карандашик такой и узенький, одновременно вместе с тем он и широкенький. То есть я делаю сначала вот так, а затем вот так. Это очень сильно сокращает время, которое можно затратить на макияж бровей. Я, кстати, собственно, поэтому не люблю вот эти макро-микро-майкро карандаши. Типа карандаш Vivien Sabot или вот у Luxe Visage есть такой, у всех уже есть. Я их не люблю, они подходят для волосковой техники, вот прям для педантов, как это есть слово нормальное более. Перфекционист его. Я точно, особенно в разделе бровей, не перфекционист, поэтому нет, я эти карандаши не люблю. Ну что, настало твое время? Интересно, что в такой форме этот воск. Ну вот я сейчас им порисую. У меня этот карандаш весь будет в цветном карандаше. И это будет, ну, мягко говоря, не очень сексуально выглядеть и не очень опрятно. Интересно, с фиксацией он, не с фиксацией. И проверить никак невозможно это, потому что Revolution делает все эти продукты конкретно под эти календари. То есть даже если у них есть какой-то аналог, не обязательно, что все свойства, заложенные в постоянной коллекции в аналоге, будут в версии для календаря. Уложил карандаш брови? Да. У меня не самые непослушные брови, то есть не то, чтобы они там прям нуждаются в какой-то жесткой фиксации, или я испытываю какие-то страдания по поводу геля для бровей. Мне почти все гели нравятся, которые попадают мне в руки. Поэтому, возможно, я не самый подходящий кандидат в фокус-группу. Но посмотрим, зафиксируется ли. Я проведу свой тест с прочесыванием против шерсти. Вот. Переходим к лицу. Хватит фокусироваться на зоне глаз, я считаю. Вот такую кисточку нам положили, значит, кушайте. Ой, и еще знаете что? Я кисточку забыла одну, которая как бы типа для консилера. Там такой плоский лепесток маленький, но она дурацкая, я ее уже потестировала пару раз, она мне не понравилась. Я пыталась ей хайлайтер нанести, у меня получились такие мерзкие полоски, то есть плохо растушевывается почему-то. Вот впился продукт и все. Но я, конечно, только на одном хайлайтере пробовала. Я начну с румян. Оттенок этих румян меня очень порадовал, я вообще обожаю такие румяна. Вот так это выглядит. Мне кажется, такие оттенки придают молодости кому угодно. И свежести. Кисточка, конечно, смешная, когда обгрызенная. Ой, нормально так набрала. Ну, не пуха. Страшно. Они матовые. Ну, нет, я не очень люблю матовые, я как бы к ним хорошо отношусь, то есть у меня есть матовые румяна, с которыми я абсолютно нормально дружу, но мне все-таки нравятся сатиновые какие-то более варианты, потому что, опять-таки, по моему какому-то мнению, по моим наблюдениям, они как бы вытягивают скулы, а когда румяна матовые, это вот выглядит как матовое пятно цветное, но по моим ощущениям, нет, мне не нравится. Но я буду пытаться подружиться с ними. Вот так скажу. Кисточка, конечно, максимально дебильная. Извините за мой французский. Но просто я не понимаю, зачем
заполнять вот этим вот календарь. Юша вырубился, смешно. Спит. Ладно, ехаем дальше. Очень тоже красивый по оттенку хайлайтер. Мне прям вообще зашел. Я такой люблю. У меня есть очень похожий оттенок какой-то даже. Даже от Revolution на этот. Набирается так прям классно. Сразу все хайлайтеры от Revolution подчеркивают все неровности, все текстуры кожи, все шелушинки, все поры, все что хотите. Если хайлайтер делает это и при этом он офигительно сияет, я говорю да. Если он не блестит, а как-то так мерзко поблесткивает, вот паршивенько, тогда я не одобряю. В общем, да, есть два варианта. О-о-о-о-о-о! Ой-ой-ой, ой, вот это, конечно, да, вот это мне нравится, да, сразу все подчеркнул, но ё-моё, как круто, прям вообще, видно, живой металл, круто, мне нравится. Оттенок Condition. Румяна были в оттенке флирт. И третья вещица, которую положили для контуринга, это бронзер в оттенке shape. Ну, оттеночек, мягко говоря, теплый, мягко. Если бы я ложила такого типа продукт, да, где нужно реально вот угадать с оттенком, я бы положила какой-то, может быть, и такой темный, но супер тушебельный, супер непигментированный для того, чтобы у любого пользователя была возможность контролировать вот эту насыщенность. Ну, я не удивлюсь, если я себе сейчас нарисую два жирных рыжих пятна, но мне бы этого не хотелось. Я взяла максимально пушистую кисточку, еле касаюсь вообще. О, все, вот пятно поставила, жесть. О, кошмар. Ужас, нет, 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 пятнит. Вот, блин, это самая мягкая кисточка. У меня, наверное, даже нет среди знакомых любителей солярия такого сильного. Не знаю даже, кому это отдать. Как бы как однушку теней, мне нет смысла ее хранить. Я не буду ей пользоваться. У меня миллиард палеток, в том числе от Revolution. Теплых и каких хотите. Вот прям вообще еле касаюсь. Бабич. Ну и губы. Для губ у нас больше всего опций. Положили только один карандаш для губ, а я бы хотела воспользоваться и такой опцией. Поэтому придется сегодня малевать красные губы. Вот такая ситуация. У меня такой накал страстей и подгорает в одном месте, что камера просто не выдержала и выключилась. Я успела за это время накрасить верхние реснички. В общем, делаем красные губы. Карандашик безымянный. Ну, карандаш такой чуть тверже, чем я привыкла. Я не думаю, что это будет какой-то мой супер фаворит, но красный карандаш – это всегда важно, полезно и нужно. Пусть будет. Вот у меня, кстати, на сегодняшний день есть красный карандаш от Lilo. Оттенок 107, вообще обожаю его. Помада в оттенке Slow. Нигде не написано, что он какой-то матовый или не матовый. Просто липстик. Все, конец. И выглядит очень теплый. Посмотрим. Ой. Запах какой-то отдушки и технический. Острая такая прям форма. Не знаю, мне кажется, в 2021 году кремовая красная помада — это какое-то уже преступление. Потому что рано или поздно от чего-то теплого или там от теплого даже помещения она начнет ползти и будет ползти по всем вашим трещинкам вокруг губ.
естественным. То есть, ну, вроде как, мне этот оттенок идет, все красиво. Зубы нормальные. Я бы не стала эту помаду прям носить. Но сам по себе оттенок мне нравится. Я постараюсь найти хозяйку этой помаде, почему она не может радовать кого-то другого. Но не меня. У меня достаточно обширная коллекция красных помад. У меня есть целый видос про красные помады. Приходите, смотрите. У меня есть уже свои устоявшиеся фавориты. Вот. И кремовая помада – это немножко не то, на что я бы фокусировалась. Ну и хочется мне все-таки взять вот этот вот серебристый оттенок. Вот такую малютку от Morphe кисточку возьму. И оттенок Mercury от Revolution. Кстати, по поводу кистей Morphe, я уже однозначно для себя решила, что набор этот просто топовый. Что действительно, если раскидывать стоимость одной кисти, то получается не так уж и дорого. О! Я вот, кстати, люблю такие контрасты. Тепло с холодом. Пигментированный тоже, как и собрат. Ух, класс, хорош. Наслаивается, блестит сильно, круто. То, что надо. Да, и резюмируя по кистям Morphe, этот набор божественный по всем показателям. Все кисти важные, полезные. Ну, есть там по одной вот этой изогнутой для подводки, но это просто не дело моей привычки. То есть у меня нет опыта с такой кистью, поэтому мне сложно. Может, я вообще ее просто выгну в нормальную кисть и буду пользоваться как обычной. Хотя там вопрос и к самому вот этому ворсу. Там даже не ворс, там просто какая-то палка. А в целом, да, переводя, если тени мы считаем там в переводе на цену за грамм, то тут цена за кисть очень получается симпатичный, привлекательный, классный, гораздо дешевле, чем покупать эти все кисти по отдельности. По отдельности они выглядят вообще пугающе дорого. Вот наборы, присмотритесь. Я уверена, каждый для себя найдет какой-то классненький. Мы благодарим нашего директора по закупкам за то, что он делает такие классные подарки на все праздники нашей жизни и даже иногда без праздников справляется с подарками. Мы все ему благодарны, согласитесь. Я докрасила нижние реснички, и в целом все, косметика закончилась. Я что хочу сказать, финальное мое резюме. Этот набор все-таки эмоционально мне принес при распаковке больше каких-то радостных впечатлений, чем при его использовании, но это не самый позорный набор. Достаточно нормальные продукты, то есть ничего впечатляющего такого бомбического, да? Классные кремовые тени, хорошая палетка вот эта, многоцветка, супер, отлично. Оттенок помады мне нравится. Хайлайтер замечательный, да, он может не для всех, но я такое люблю. Мне не понравились остальные два средства для лица. Я не понимаю вот эту штуку для бровей. Нет, ничего не зафиксировалось. Может, тоже надо было с водой смешать. Вы, если знаете, напишите, кстати. Карандаш обычный, все такое обычное, обычное. Этот набор офигительно подойдет человеку, который только начинает знакомиться с косметикой, с текстурами, да, потому что это такой hard level даже в каком-то смысле. Вот эти кисти дурацкие, да, если с ними научиться как-то взаимодействовать, то потом берешь кисть любую, там, не знаю, вот от Manly, которая стоит как десятая часть этого календаря, например, ты берешь и просто наслаждаешься жизнью от того, что ты используешь какую-то кайфовую кисть, потому что у тебя до этого был трагичный опыт. Все трудности даются нам не просто так. Из всех инструментов сколько их получается? Раз, два, три, четыре и пятая еще кисть. Я воспользовалась четырьмя. Я не воспользовалась вот такой кисточкой для бровей. Это однозначно для бровей, потому что такой толщиной стрелки нарисовать нереально. Ею я еще не пользовалась, но думаю, тоже будет у меня в ходу, так как помадками для бровей я пользуюсь. И вот, возможно, она меня порадует. Меня порадовал спонж. Все остальные кисти кривые, косые, неаккуратные, неинтересные, неважные для меня. То есть я таким не пользуюсь. И вообще это как-то немножко отбрасывает нас в какие-то очень далекие времена, когда ничего нигде не продавалось, и только в каком-нибудь ларьке на другом конце города ты мог себе купить какую-то косметику.
Зеркальце нормальное, кстати, ничего не искажает, меня ничего не злит в нем. Хорошее, нормальное карманное зеркальце. Помада на зубах не отпечаталась, но уже, как мне кажется, я вижу такие красные тени вокруг губ. Все, она начинает как будто бы ползти. Это неприятно. Очень много блесков почему-то. Зачем столько блесков? Кому надо столько блесков? Ни одной жидкой матовой помады. Ни одной. Все липглоссы. Да, кстати, как вариант, этот календарь можно открывать самому, получать удовольствие от распаков и затем все эти средства раскладывать по подаркам для своих подруг, друзей и так далее. Почему, собственно, нет? Если вы чем-то не пользовались, поделитесь с близким вашим. Все, какие-то такие сегодня впечатления, возможно, у меня настроение сегодня такое немножко загадочное. Я очень надеюсь, что вы поставили этому видео пальчик вверх, что вы уже давно подписаны на этот канал и даже нажали колокольчик. Я также рассчитываю на ваши комментарии, на вашу обратную связь, как вам вообще этот календарь, ожидали ли вы таких вот результатов. Я, допустим, злая до сих пор на вот этот бронзер. Но я не сдамся, я буду искать какие-то пути подхода к нему, какими-то другими кистями пытаться его разнести. Ну, пока что надежды очень мало. Вот, не знаю, кому его отдать, этот бронзер, вообще непонятно. Я отвлеклась, да. В общем, я все равно надеюсь, что вам все очень понравилось. Спасибо большое, что вы досмотрели до этого момента. С вами была Лера Зверева. Всем спасибо большое и всем пока.